Солнечной системе есть еще одна планета, причем огромных размеров, и до сих пор ее не замечали, потому что она находится на гигантском расстоянии от светила. Минимальное удаление 90 миллиардов километров, а год на ней длится 20 тысяч земных лет. Именно за это время она совершает полный оборот вокруг Солнца. Подтвердить предположение о существовании небесного тела, причем при помощи математического анализа, удалось двоим ученым Калифорнийского технологического университета Майклу Брауну и выходцу из России Константину Батыгину. С Земли разглядеть планету, которую пока назвали просто по порядковому номеру, 9-й, можно будет только через 5 лет, да и то с помощью сверхмощных телескопов. Мы поняли, что единственным объяснением того, что происходит на окраине нашей Солнечной системы, может быть присутствие там планеты-гиганта. Ее масса в 10 раз превышает земную, и она находится гораздо дальше, чем Нептун. Саму планету мы не видели, но зато наблюдаем ее гравитационное взаимодействие, поэтому уверены, что она существует. К слову, Майкл Браун получил от коллег прозвище «убийца Плутона». Именно по его инициативе бывшую 9-ю планету Солнечной системы этого статуса лишили.